Вкусное сытное блюдо, которое подойдет как для семейного ужина, так и на праздничный стол, да и на природу взять можно. Терин получается сочным и очень вкусным. Его можно подавать и просто на горячее, и как холодную закуску на праздничный стол. Да и на природу его можно взять. Температура внутри готового блюда должна быть не менее 65 градусов. Цветную капусту можете заменить брюссельской, а куриное филе – на филе индейки. Приятного аппетита! Ингредиенты. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте вырезку со всех сторон. Переложите на тарелку. Порежьте лук и чеснок, обжарьте на сковороде, где жарилось мясо, 3 минуты. Порежьте бекон и цветную капусту. Добавьте к обжаренному луку и жарьте еще 3 минуты. Добавьте к фаршу сливки, яйцо, соль, перец и обжаренные овощи с беконом. Перемешайте и положите половину в форму, застеленную фольгой. Наверх положите вырезку посоленную и обмазанную горчицей. Уложите наверх остатки фарша и закройте все фольгой. Запекайте при T=200 в течение 50 минут до готовности.